далекие времена жили на свете люди под гнетом буржуазии и власти мужчин. Жили и не знали, что такое свобода. Не ведали они закона, и не касалась их сердец радость. Но в один прекрасный, чудесный и восхитительный день пришел он, Бог прав союз. И дал он людям завет, коллективный договор. Возрадовались люди, и пришла на их лица улыбка. Освободились они от цепей, познали о своих законных выходных, об отпуске, больничных листах, санаториях и, конечно же, защите своих прав. И велел профсоюз. В агитплакатах заводских и в песнях под гитару мы профсоюз в делах своих всегда везде пиарим. Мы продвигаем профсоюз задорно, смело, дружно. Для молодежи профсоюз необходим и нужен. Лжецов и лентяев среди нас не найдешь, и приводов нет, и в полицию. Пустое все это, ведь мы молодежь с активной гражданской позицией. Просыпайся от безделья, не ищи других альтернатив. К нам немедленно вливайся в молодежный профактив. Да вы что торопитесь? Я не буду ничего, короче, делать. Стоп, 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 ребята! Настроения так никакого нет, а с такой песней вовсе повеситься можно. Вот, ловите ритм. И раз, 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 два, три. Я танцую вправо, танцую влево. Песней вовсе повеситься можно. Ловите ритм. И раз, 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 два, три. Я танцую вправо, танцую влево. Меня пробило танцевать, бросаю тело в дело. Я танцую вправо, танцую влево. Меня пробило танцевать, бросаю тело. Да. Папа, мама, нам не все равно, что нас завтра ждет, и не удержать уже давно. Нас Байкал зовет, кто-то скажет, что за ерунда, кто-то отвернется навсегда, но найдется тот, кто скажет да. Ты и я, силой притяжения, за одно мгновенье соберем все города. Где-нибудь, если ты не...
Союза вместе навсегда. Ну что ж, дорогие друзья, ваши аплодисменты! Молодежь, молодежь Иркутской области, давайте, давайте, пошуми! Мне кажется, было великолепно, друзья. Мне бы руки вверх, Антон, ты меня отбиваешь. Я...